Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, где найти всю вашу историю покупок на Амазоне. Итак, когда вы открыли ваше приложение и находитесь на главной странице с товарами различными от Амазона, вы нажимаете на значок вашего аккаунта. После этого листаете вниз, находите раздел «Your account», то бишь «Ваш аккаунт», и переходите в раздел на кнопочку «Ваши заказы». И здесь вы сможете увидеть все ваши заказы, которые вы сделали ранее. На нашем аккаунте их не было, поэтому мы не сможем их увидеть. Но на ваших устройствах, и если у вас были заказы с Amazon, история покупок сохранилась именно здесь. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info. До скорых встреч!